Подъем штанги на бицепс стоя. Беремся обратным хватом на уровне плеч. Сокращением бицепса поднимаем штангу вверх. На вдохе опускаем ее вниз. Нужно следить за тем, чтобы локти не выносились вперед. Делать этого не стоит, так как нагрузка будет переходить с бицепса на дельту. Также я не советую полностью до конца выпрямлять локти в нижней точке. Подъем штанги на бицепс стоя – это базовое упражнение. Оно считается одним из самых эффективных для наращивания объема и силы бицепса.